Управляющие компании будут штрафовать в случае несвоевременной уборки снега с крыши и во дворах. Государственный жилищный надзор намерен проводить внеплановые рейды и в случае обнаружения опасных сосулек и снежных шапок будет наказывать нерадивых управленцев. Сумма штрафа от 50 до 100 тысяч рублей. Руководитель управляющей компании может потерять не только деньги, но и занимаемую должность на целых 3 года. В Государственной жилищной инспекции напоминают, что бдительными должны быть не только обслуживающий дом компании, но и сами жители. Они должны своевременно сообщать о нависшей над головами опасности. А в случае бездействия коммунальщиков звонить в диспетчерские службы районных администраций либо в госинспекцию края по телефону, который сейчас на вашем экране.